16-й раз Брестский государственный областной центр молодежного творчества стал площадкой для проведения масштабного международного фестиваля детско-юношеского творчества «Мы вместе». За время его существования участие в проекте приняли тысячи талантливых ребят со всего мира. География обширнейшая за 16 лет. Принимали участие коллективы из Польши, Македонии, Грузии, Украины, Сербии, Испании, Германии, то есть очень широкая география, ну и, конечно же, коллективы из нашей страны. В этом году, конечно же, немножко скромнее участие коллективов из разных государств в соответствии с возможностями ситуации в мире. Мы две формы организовали участие в фестивале. Это заочная форма и очная форма. Заявки на выступление в очной форме в основном подали коллективы из Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего же в этот раз приняли участие более 600 ребят из 5 стран – Беларуси, России, Польши, Украины и Греции. Фестиваль интересен тем, что ребята могут пообщаться друг с другом, могут показать свое творчество, поделиться, и остаются очень большие дружеские связи. Потом ребята переписываются и ездят друг друга в гости. Они потом продолжают ездить, выступать и радовать друг друга своими выступлениями. На протяжении 3 дней участники из 5 стран демонстрировали свое мастерство в номинациях хореографическое, вокальное, инструментальное, театральное, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Награды ждали лучших, однако никто не остался без поощрения.